Блеск редкостных камней в разрезе этих глаз и в странном неживом и баснословном мире. Странном, неживом и баснословном мире. Господи, какой бред! Где сфинкс и серафим сливаются в эфире. Я все время забываю, сфинкс через F? Через... Я мозги себе сломал. Через F, не от свиньи же производная. Что это вообще за глюканат такой? Серафимы, мерафимы, сфинксы. Вот ты сама повелась бы на такое? Ну, есть и более прямой подход. Сфинкс и серафим, что дальше? Она красивая, ваша Элеонора? Я не знаю. И меня это совсем не заботит. Душевное качество первичнее, чем внешность. Для меня красота не так важна, как духовная связь с человеком. С человеком ладно, а если она жаба? Тогда у вас будет душевная связь с жабой. Как это тонко. Умно. Нет слов. Браво. Так, и давно это у вас продолжается? Какой он зануда. Полгода. Полгода? И вы ни разу ее не видели? А если вдруг она уродка, толстая и вообще инвалид? Вы там напишите в конце после стишков. Кстати, а сколько ты весишь? Пиши. Спасибо большое, Эдрис, за очень ценные советы. Едем дальше. На чем мы остановились? У вас там какой-то сфинкс в прямом эфире с кем-то сливался. Еще была какая-то серафима. Так, в странном, неживом и баснословном мире. И в этом странном, неживом и баснословном мире... Позвоните ей. Где сфинкс и серафим сливаются в эфире. Позвоните ей. Так, Дрис, я гораздо больше смогу сказать в письме. Понятно? Это-то что-то. Ладно, я сам узнаю ее телефон, потому что меня все это уже достало. Блин, она из Дюнкерка, это плохо. Положите мое письмо. Ни одна мисс Франция там не родилась. Там все девки страшные. Пожалуйста, положите мое письмо. Ух ты, так тут есть телефон, она рукой написала. Это знак, она ждет звонка. Так положите немедленно. Да вы че, Филипп, она сама телефон написала. Это значит что? Позвони, я полежу тебе ухо. Да, что да, вот так, Филипп. Не набирайте. Она устала от стишков. Полгода одни стихи. Да что ж такое-то? Позвоните мне, совсем я вас люблю. Да, остановите его, все равно я не буду с ней говорить. Проверим, есть ли у нее говор. В Дюнкерке все такие. Положите трубку. Я хочу тебя, Филипп. Потерпи, сейчас получишь. Алло? Голос не жабий. Алло? Нет. Нет. Алло? Импровизируйте. Расскажите ей про сфинксов. Элеонора, это Филипп. Вот я... Я вам звоню, потому что мне вдруг захотелось услышать ваш голос. И даже этого скромного «Алло» мне хватило. Подождите, я ее позову. Как много слов. Будьте проще. Алло. Элеонора, это Филипп. Филипп? Я тут сидел, сочинял письмо, и вдруг... И вдруг меня посетила мысль. А почему бы не позвонить? Не забудьте только про вес узнать. Что, простите? Нет, 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 ничего.